Друзья, доброе время суток. Нерест щуки на озере Трофей совпал с цветением вишни. Администрация озера разрешила спортивную ловлю. И если икряные мамки шумели в камышах, то молочники продолжали агрессивно атаковать воблер, особенно во вторую половину дня. Много ударов, но слабая реализация. Несколько дней на озере не было сильного ветра. В результате видимость в воде улучшилась, и я устроил баттл между темным и светлым воблерами. В бой вступили бесшумные орбиты 110 в белом и синем цвете. На белый два удара и две реализованных поклевки мелких самцов. На голубой воблер щуки покрупнее. 8 ударов и 3 реализации. Самый большой молочник потянул 1,6 кг. В прозрачной воде были видны атаки щук по воблеру лбом. У меня появилось предположение, что молочники отгоняют воблер от места нереста. Вся щука была в камыше. На чистом поклевок не было. Трудный, но интересный день. Всем мира, добра и удачи!